Всем привет! Салют! С вами интересный фикус. Нам кажется, что в нашем фикусленде не хватает какого-то аттракциона. Поэтому сегодня мы сделаем гигантскую горку со второго этажа нашего домика на дереве. А спускаться мы с нее будем в небольшой бассейн, который мы сделаем тоже своими руками. А если ты не подписан на канал, нажми кнопочку внизу и подпишись. А мы погнали строить! Фикус! Я здесь. А что ты там делаешь? Зал залежаний. Если вы не смотрели, как мы строили этот домик в прошлом видео, то обязательно посмотрите, она очень поедительная. Ну да, как я эту крышу делал. Просто жесть. Больше всего мне нравятся вот эти окна. Они такие эпичные именно. Шарики здесь воздувались. И вот с этого этажа мы будем делать спуск. Вот, гигантскую горку. И я понимаю, насколько это высоко. И реально стрёмно. Я даже не знаю, затеем, как всегда, а потом боимся. Здесь мы выпиляем дверь. Мне нравится, конечно, больше вот этот первый этаж. Тут спальня, очень круто. Можно полежать. Природа, лес, очень круто. Друзья, вот у нас будет горка вот так, идти сюда. А здесь у нас будет бассейн такой. Мы уже начали немного копать наш бассейн, но он будет не под землей. Мы его сделаем на возвышенности, просто немножко решили углубить для того, чтобы давление воды не было таким большим. А еще мы копаем его для того, чтобы наш бассейн был более устойчивым и не сломать себе ноги, когда мы будем спускаться в него. Да, вот когда мы вот будем со всей скорости лететь вот так, мы можем просто выбить стену. Что это? Какие-то транзисторы с телевизора. Ого, что тут только нет. Может, клад найдем? Ух ты, настоящий уголь. Открываем дверью в мир. Ты прорезаешь проход, да? Да, сейчас буду делать дверь для нашей горки. Сейчас я буду делать разрез по этой стене и вот так их заверну сюда. You got someone new, I know it. But I will keep on. Вы представляете, какая будет большая горка? Она будет длинная, резкая. И, короче, вон аж туда. Ого! Мы в прошлый раз здесь отдыхали, как люди. А пришли не люди и порвали гамак. Итак, ребята, мы уже сделали это место, куда мое тело будет погружаться со второго этажа нашего домика. Но это еще не все. Наш бассейн будет где-то до этого уровня. Мы его просто углубили для надежности и стойкости. Итак, вот эта вот штукенция, которую мы уже собрали, будет крепиться вот там, ко второму этажу. А здесь будет ходить прямо в этот резервуар. Остается только надеяться, что мы сюда погрузимся целыми и невредимыми. Ребята, я нашел в сосне провод. Что провод делает в сосне? Мы старались сделать нашу горку максимально надежной и прочной, чтобы никто не провалился на ней. Но она получилась очень тяжелой. Поэтому мы вообще сомневаемся, что сможем ее поднять туда наверх. Да, нам нужен будет один конец вот туда, каким-то образом. Ого! У нас получился длиннющий подъем. Здесь можно показывать показ мод лакшери-строителей. Знаешь, в таком виду, в зеленом комбезе, такие сапоги по колену. И майка такая. На дно нашего будущего бассейна мы положили брезент для того, чтобы не повредить вот эту вот пленку, которую мы сейчас положим наверх. Итак, мы набираем воду уже второй день. Наш бассейн уже почти наполнен. Солнышко выйдет повыше и ее нагреет. И чем тебе не варнинский поющий фонтан? Вода качается так долго, потому что она качается из скважины. А скважина аж 50 метров. Представьте, 50 метров надо воду эту выкачать. Господи, зато она такая круто чистая вообще. Будет у меня частный дом, обязательно я сделаю себе скважину. Итак, только что мы забыли снять самый ответственный момент. Это то, как мы поднимали нашу горку наверх. Мы вчетвером ее затаскивали. Серега вот там с веревкой ее подтягивал. Короче, как-то даже затянули. Но еще остался один нюанс. Мы не можем теперь состыковать низ нашей горки с бассейном. Чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Я, друзья, пока привязал к дереву наш, получается, вот этот спуск. Вот, но посмотрите, какая стрёмная гигантская горка получилась. Мы
Мы еще не закончили делать нашу горку, потому что здесь будет очень много распорок, которые сейчас напиливает Серега. Вот. Но я для себя уже одно решил. Это то, что первым я с нее спускаться не буду. Нужно, друзья, очень много распорок вот такого плана. И снова здравствуйте, с вами рубрика «Ленивый фикус». Да, я, как обычно, куда-то слинял с камерой для того, чтобы ни хрена не делать. Пока там Серега с нашими новыми друзьями старается обезопасить нашу горку. Этим временем сейчас пройдусь по лесу, расскажу, как вокруг прекрасно и как это хорошо, когда ничего не нужно делать. Смотрите, как странно колышутся листья клена. Потому что на соседних деревьях, вон, смотрите, все спокойно. Отдельные деревья растут и живут собственной жизнью. Мне напоминает, что мы какой-то делаем мост. Знаете, как железные дороги проводят? Вот что-то напоминает такое, да? Вот мы, ребята, надули наши матрасы. Это будут наши подушки безопасности в бассейне. Мы этими матрасами все там вот так вот обдадим. А сейчас мы эти матрасы проверим на прочность. Сейчас у нас будет битва сумо. Я победил. Теперь, ребята, смертельный номер. Сейчас может быть два варианта развития событий. Либо вы увидите, как фикус начинает заниматься руфингом, либо как фикус уходит на больничный. Давай! Теперь я руфер. Ребята, смотрите, как тут все эпично выглядит. Особенно вот эти вот подпорки внизу, которые стоят, они добавляют атмосферы настоящего Диснейленда, этих американских горок. Почти поместился. На первый слой мы положили вот такой вот брезент для того, чтобы разные колючки туда не застревали и не были у нас в мягких местах. А вот на второй слой мы положим вот такую вот пленку, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Что, Андрей, не боишься? Да нет, пора. Мне пока до усирачки страшно, поэтому я первым не решился это делать. И Андрей во всем этом антураже решился сделать это первым, но у нас не получилось, потому что там как бы сухо и кожа тормозится. Вот, поэтому мы сейчас добавим с шланга воду, вот, и польем нашу пленку, как это делают в эти... В аквапарках. В аквапарках. Дима, тоже будешь? Да. Не стрёмно? Пока у нас все целы, все живы, сейчас будет вторая попытка. Дмитрий Верховецкий! С каким впечатлением? Вот второй раз уже когда-то уже. Я сейчас без глаз, поэтому нечему будет тормозить меня, когда я буду туда. Более страшнее, да? Да, да. Ну что, погнали? Так я на самом деле держался за эти штуки, потому что скорость, ну, она большая. Что я думал, что она будет медленнее. Друзья, видите, уже тут прорвалась дырка. Вот, но мы, короче, не переживаем. И может быть, сейчас я решусь. Ребят,
Ребята, я решился, это круто. По-моему, получилась крутецкая горка, да? Было очень-очень-очень весело. Если мы соберем много лайков под этим видео, мы будем обязательно в следующем видео продолжать строить наш Фикусленд. А если у тебя есть крутые креативные идеи, пиши о них внизу в комментариях. Мы обязательно все прочитаем и, возможно, даже ответим. Так что ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы первыми знать о новых видео. Спасибо, ребят, за просмотр. Всем пока. Пока.